Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. На Курском водохранилище в поселке Щетинка состоялся профилактический рейд с применением беспилотных авиационных систем. Вот мы приехали в Щетинку, сейчас нужно будет проинструктировать рыбаков, потому что в буднее время тоже приезжают сюда как бы рыбачить. Выходные, конечно, побольше, но инструктаж нужно проводить, чтобы местное население знало, как нужно себя вести на льду. Инспекторы ГИМС побеседовали с рыбаками. Учитывая будний день, любителей ловли было порядка 15 человек. Толщина льда составляла порядка 40 сантиметров. Однако, по словам самих рыбаков, в некоторых местах есть промоины. К сожалению, ни у кого не оказалось с собой первичных средств спасения. Рыбаки, они рыбачат, можно сказать, везде. Сейм, река, также озеро Ермошкино, вот Щетинка. Как бы выходные дни мы стараемся объезжать чуть побольше. Как бы стараемся все водоемы захватить, потому что рыбаков очень много. Нужно проинструктировать всех, чтобы все знали, как нужно себя вести в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. За обстановкой с высоты птичьего полета следили беспилотные авиационные системы, с помощью которых спасатели в зимний период контролируют обстановку на воде. Осмотр был проведен с неба при помощи двух беспилотных летательных аппаратов «Фантом-4 Pro» протяженностью до 30 минут, в количестве полетов около 6. Проводится мониторинг ледовой обстановки, а также мест скопления рыбаков. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Он поможет забросить веревку к провалившемуся в воду товарищу. Петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.